Здравствуйте. Здоровья, Саня. Все у нас хорошо. Ты как? Во, стараемся быть хорошим. Молодец. Все нормально, Саня. Все зависит от себя, как ты будешь таблетки принимать, как будешь себя уважать, держать. Если будешь себя хорошо уважать, организм все переборет. Те боли, которые я сам испытал, и другим не советую, потому что боль, которая сама, есть люди, которые нормально переносят, есть люди, с мучением переносят боли. Я когда ходил в больницу таблетки получать, и там врачи сказали, может, ты будешь помогать сама, группа поддержка будешь. Я говорю, все сама, как это услышал, я сразу пошел, я говорю, давайте, пишите, я буду с вами работать. Жер шарында кургак учуктун дарыга туруктуу түрү Кыргызстанда да жогорку көрсөткүчкө ээ. Акыркы 5 жылдын ичинде эле USAID уюмунун долбоорунун жардамында кургак учуктан каза болгондордун санын 36%, ал эми жаңы инфекцияга кабылгандардын санын 18%, түшүрүүгө мүмкүн болду. USAID биоматериалдарды ташуунун жаңы системасын ишке киргизди. Бул дартты убагында так аныктап, дарылоонун эффективдүүлүгүн жогорулатты. Лабораториялар жаңыланып, АКШдан Кыргызстанга 9,5 тонна дары-дармек менен 15 тонна медициналык жабдуулар берилди. Если один больной не лечится, в течение года 15-16, в течение года заразит. Один бациллярный больной заразит 15-16. Некоторые же жилищные условия плохие же, плохо живут. Один живет, например, да, не работает, а мы говорим, мотивация есть. Если ты будешь нормально принимать таблетки, мотивация, USAID поможет. USAID ооруну алдын алып дарылоо үчүн комплекстүү кызматтарды көрсөтүүгө жол ачты. Ооруга чалдыккан адамдардын тобуна кам көрүп келет. Это помощь от USAID, мотивационный, чтобы больным давать хоть какую-то помощь. Здесь у нас указано на 1400 сомов каждому пациенту ежемесячно, чтобы они не бросали лекарства, лечение, чтобы не прерывали. Волонтеры тоже есть, они тоже получают. Они же нам помогают, мы же с ними проводим подворные обходы, раздаем информационные материалы, лекции проводим, по школам ходим. USAID уюмунун бир долбоорунун жардамында эле дээрлик 7000 бейтапты илдеттен арылтып, эркин жана толук кандуу жашоого кайтарууга мүмкүн болду. Жизнь, она интересная штука, когда люди стараются, хотят жить. Дышать тяжело, ходить тяжело было. А сейчас, видишь, самое, дышать легче, и все, как будто жизнь каждый день новая.